Сборная Ненецкого округа по боксу вернулась с очередного турнира «Северо-Запада». Он проходил в Великом Новгороде. И хотя результаты у нашей команды скромные, всего одна бронзовая медаль, спортсмены в боях получили неоценимый опыт. Атлеты впервые вышли на ринг официальных соревнований. И сборную региона тренерский состав сформировал из сильнейших боксеров. Всего 6 человек. В этом составе они выходят впервые, да и турнир такого уровня для них тоже первый. Более 120 боксеров, каждый со своей техникой. Но наши тоже подготовлены. Перед выездом спортсмены прошли изнурительные учебно-тренировочные сборы. Вот результат: первый бой и победа за нами. Дальше поражение. Данил Дронов уступил боксеру, которого признали сильнейшим на турнире. Но наш Ярослав Пащенко доказал, мы тоже умеем выигрывать. Он дошел до полуфинала. Третье место. Бронзовая медаль. Счет открыт. Эта медаль для нас оказалась единственной. Зрительные тренировки и поединки сказались на результате. Устали, перегорели, но выступили достойно. Ведь для наших боксеров главная награда – это бесценный опыт, полученный в боях на турнире «Северо-Запада». Там провел две матчевые встречи, эти спарринги с мальчиками. Набрался опыт, остался левшой там. Хорошо потренировался. Главные судьи турнира сборную Ненецкого округа оценили высоко и добавили: перспективы огромные. В этом никто не сомневается, ведь наша школа бокса считается одной из сильнейших в стране. Вообще мы посмотрели команду, с кем нам придется работать до 18 лет. Ребята и психологически устойчивые, и характер хороший. На физическая форма на достаточном уровне. Но будем работать уже и завоевывать. Вот на следующий год мы действительно будем ставить цели победы на уровне первенства Северо-Западного федерального округа. Боксеры Ненецкого округа снова на ринге. Уже на родном они тренируются ежедневно и старательно, чтобы на следующих соревнованиях доказать: победа за нами. Мы чемпионы. Хочу стать чемпионом. Олег Танзийский, Александр Бобрикович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».